Ребятки, ребятки, всем привет. Замучился я с этим, вот распаковку снял. Сейчас батарея сядет. То память, то батарея. Надо менять срочно фотоаппарат себе. Он меня уже измучил. Вот такой вот ремень. То есть он с быстрых сделок за 240 рублей. Очень симпатичный. Вот. То есть с продавцом я общался. То есть уже под конец, как раз уже 27 дней прошло, я что-то запереживал. Открыл спор, он говорит, не переживай, типа все в порядке, все, ремень идет. Ну что, на первый взгляд, очень-очень даже неплохой ремень. Ссылочку, как всегда, под видео оставлю. Надеюсь, ремень будет носиться, как и первый мой ремень, ему уже 2 года, и ему все износу нет. Вот, надеюсь, тоже это очень хороший запах. Ну, типичный Китай, то есть... Как бы ПУ, наверное, это даже не кожа. Ну, кожа зам, скорее всего. Потому что кожа не может стоить рублей 200. Ну, вот, в принципе, очень даже ничего не отваливается. То есть, сделано крепко, все нормально. Также что? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем до новых встреч. Пока-пока.